20 мая 1648 года в битве с казаками под Корсунем польские войска попали в засаду к запорожцам и, как и в предыдущей битве под Желтыми водами, потерпели поражение. Предводитель казацких отрядов гетман Богдан Хмельницкий взял в плен много офицеров и вельмож, захватил польские пушки, а за 6 дней до битвы умер король Владислав IV. Речь Посполитая одновременно потеряла короля, командиров и армию. Это был первый этап крестьянско-казацкой войны за независимость от Речи Посполитой.